Всем здорово, с вами Игорука, и мы продолжаем играть в Walking Dead. Проходить вот эту офигенную игрушку, понимаете? И мы начинаем эпизод 3 в долгий путь. О да, все будет ламповенько, как всегда, потемнеет через серии. Через одну серию уже будет темно, но можно через одну, через две. Короче, начинаем следующий эпизод. Да. Previously, ранее входящие мертвецы. Все как обычно. Да. Get the gates open! We got wounded! Я хочу знать, почему вы решили собрать сюда еще людей. Тут хорошие деньги. Понял. Those look like people who raided my camp. Calm down, you're paranoid. Fuck you! Did you tell anyone out there who you were, or that you were tied to this place? That's right. I know who you are, and I know you're a killer. He's not dead! Somebody help me! Come on! We know this guy's not gonna make it! Get him! What the fuck? Sounds like a car. There's a shitload of food and supplies back here. Блин, надо же продолжить жить. We need it to survive. Don't worry, little girl. Bandits got their eye on that dairy. As long as they keep getting food from them, you'll be safe. Зуб дует. Блин, ну, конечно, жестко, что мамку ее убили. Так неловко получилось как-то. Неловко вышло. Реально. Я работаю с ним, потому что здесь, да. Как всегда, лапшу нам на уши. В начале сезона. Представляет, как всегда, сотрудничество с Skybound Entertainment. Ходящие мертвецы. О май гад. Вот мы уже, вестник Мейкона, национальная гвардия начала эвакуации города. Мы перебегаем где-то. Looks like this is our lucky day. Может, все. Мне это не нравится. Keep your eyes open, all right? Just trying to be optimistic. Let's just get inside. Продолжим разбираться внутрь. Куда? Team Tools More. Типа предметы тура и еще чуть больше. Тима, почему-то. Ведущий актер. Вона масса, как всегда. Ай, черт. You made up your mind yet? Ты уже принял решение? About what? Какое? When it comes to the ну, стоит ли говорить с Мейкон, уверен, что твой лагерь останется на месте, думаешь, что я поначалу всех уехать. Нужно ехать сюда, но нужно остаться. Понятия не имею. Ладно, существует это слово за да. Клянусь ли, я бы уж давно был на своей лодке, если бы никто не знал, что ехать туда, что ехать туда самоубийством. Следующий поговорим с Рэнди Тубер. Чё-то за херня вообще произошло. Ладно, как в прошлый раз по лестнице влазим в аптеку и забираем все припасы, которые остались. Неплохо. Мы мало что там оставили. У нас нет вариантов, надо быть хоть что-нибудь лучше, чем ничего. Эх. Давай паркурим. Я не знаю, сколько еще выдержим мы. И не говори. Ну ты говнюк, блин. Последний еще сломал. Она уже не выдержит. Looks like she's had. Похоже, ей конец. What now? И что теперь? Я даю другой путь наверх. Тогда начинай. Окна. Джип. У меня джип в Москве. Ой. Что? Ага. У Лили неважно идут дела, да? Ты убил ее отца, а с ней все будет в порядке. Да уж, я волнуюсь.
Хотя все будет в порядке. Как скажешь, похоже, что ей наплевать на всех, кроме тебя. И тебя, и Клэм. Хотя и Клэм. Я же сексуальная, а Клэм девочка маленькая. Ей нужно. Она важна. Не знаю почему. Что это же ребенок, что с ним поделать? Ага. Так, твоя девочка до сих пор расстроена, что ты согласился так взять еду. Думаю, она поняла, я не спрашивал. Надеюсь, что нет. Надежда ни хера не стоит. Есть такое, есть. Сюда, парку. Хоп. Впрочем, очень Дак спрашивал парня на ферме Херша. Правда, я не думал, что он его волнует. Конечно, волнует. Что он сказал, он это перерасил. Что он сказал? Он спрашивал, мог ли сын Хершла выжить. Думаю, он и так и знал, что не мог. Но ничего, зато ты в ее глазах выглядишь героем. Все не так. Ты веришь, что поднимешь меня? Ли, я в порядке, я справлюсь. Давай сюда руку. Что? Блин, больно же шопу удариться. Вот молодец. В порядке. Нет, блин, меня подстрелили. Так все, поднимай свою. О май гад. А. Somebody help me! Ну чё ты стоишь? Ты ж нифига там бегаешь. Ты ж можешь бежать. Что за хрень? Ходячий некрасивый атаки. Вот, наверное, нет. Не, что-то... Эй, девушка, мы же можем. Нам нужно все обдумать. Оставим её, допустим. Ей уже не спастись, понимаешь? Блин, жестко, конечно. Ну, я считаю, о чем то в том, что если мы оставим её в живых, она подлечёт их себе. Ну вот. Сам подумай, мы всегда волнуемся, что у нас нападут те, которые... Что-то быстро слишком, понимаешь? Не, ну я же говорю, не-не-не. Ну... Конечно, жестко, но мы сами должны выживать. Ей уже все. Хорошо, пойдем, она займет. Выиграем сейчас время. Вот я жестокий, вот я мразь. Не карай себя. Ну добрый, кто бы так не поступил? Давай времени, чтобы очистить это место. Но все нужно поторпиться, береги все, что найдешь на эти. И это раз не забудь взять. Я соберу все здесь, и мы уйдем отсюда. Обязательно. Давай, давай. Давай, давай, давай. Просто, оп. Все, давай дальше, давай дальше. Давай, давай, о. В этом уже. Все, ее больше нет, времени мало. Ага. Давай, давай, бери. Давай, 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 давай. О, батончик. Вот это нормально пожрать можно. Думаю, это все? А, это все? Значит, эта девушка умерла не просто так. Так, ну. Так, мы еще не дали. Кенни, помоги! Ё-мо, что за говно? Почему именно на меня, а не на Кенни? Почему? Это все потому, что черный. Да ладно тебе, Кенни, ты че, мудак? Ты че, охерел? Нифига, качок.
явно физру не прогуливал. Холодильник. Так, валим. Убираемся сюда. Кэдди, что ты не стреляешь? Да, я ж... Кэдди, ты... Чувак, ты что-то вообще... Смотрит просто все время, не знаю. Что-то пассивен. Он же себя вспердает что-то. Какого члена ты не помог? Они были повсюду, ты сам не подботился себе. Ты сам подботился. Ну реально, чего не помог? Это странно. Кенни, ты чё, заходящий вообще, не понимаю? Мы с тобой кто, друзья или нет? Непонятно, куда Кенни. Вообще, парень какой-то, непонятно. Так, ладно. Чего тут стрелы какие-то, всё обстреляно. Так, всё. Ну-ка. Ага, это же этот, школьник. Школота говно и лохи. Да я сам по себе знаю. Хочешь с кем-то там шепчется. Ты вернулся? Бен нашел наклейки в столе, и я их приклеил на рацию. Привет, солнышко. Это очень красиво. Я сейчас к тебе приду. Толя, это Сергей, открывай. Похоже, на карауле опять с отцом. Что достали? С таким же успехом можно проверить табличку «Мужчин нет, родительской силы женщин и детей». Ха? Ну, неплохо, неплохо. Я оценил. Как? Что достали? Много всего. Что оставалось? Много всего. Мы в порядке, кстати говоря. Отлично, с этим мы еще немного протянем. Если так и дальше пройдет, мы и зиму сможем протянуть здесь. Зиму? Да мы тут жопу себе отморозим. Потому что затея ехать с тобой в одном фургоне после того, что ты делал с моим отцом, меня очень привлекает. Нормально, мясо. Поступим так, как лучше людей. На плюсу ехать. На стену посмотрю, или там не граффити, там дыры, а что там будет на стену. Это лицо, нам придется ехать. Так, ты передумал? Я знаю, Лили, я знаю, но скоро это не сейчас. Так у вас опять, разногласия? Успокойся, Даг. Вместе. Ну, я же сказал. Может, это решение для нашей группы, я сомневаюсь. И не надо начинать с меня. Кен, мы все сейчас на нервах, из-за бандитов и нехватки пищи. А что насчет еды? Что насчет защиты? Что будет, если это место не выдержит? Кто-то должен думать о всей этой херне. Нет, потому что Ли знает, как позвониться людям. Что насчет лекарств? А что насчет лекарств? Хоть знаешь, как мы достали эти припасы? Нам с твоим дружком повезло, и мы позволили ходячим зажать девушку. Что? Девушка с криком выбежала на улице, чем ты скажешь так? За ней принесла стал походящий. Она дала нам достаточно времени, чтобы взять все, что мы можно из аптеки. Она бы умерла в любом случае. И вы оставили ее страдать, потому что как наживку, господи, что с вами творится. Она бы в любом случае умерла. Это был самый лучший способ. Или прав. Мы рискуем своим здоровьем, когда делаем вылазки в город. Вы просто не поверите, что там за хитры. Мы все это ценим, Кен. Слушай, Мейкон, и все эти люди, которые там есть, уже не спасти. Это не город, это место полноходящих, которых бросить там умирать и бродить. Это ад на земле, и он направляется в нашу сторону. Но дороги легче не будет. Откуда ты знаешь? Знаешь, что я знаю? Я знаю, что вы способны не только на убийство. Я знаю, что кто-то все еще крадет наши припасы. Да-да, крадет. Я знаю, что список людей, которым можно доверять, становится меньше с каждым днем. А теперь все вылетайте отсюда. Что-то Бэт Бут. Что-то она успокоится. Она прямо довольна. Она успокоится. Иначе она всех замучает. Ты понимаешь, Кен? Что бы ни случилось, я всегда гребаный злодей. Я хотел бы услышать спасибо хоть раз. Хоть раз. Спасибо, Кенни. Кенни хорош.
думаю, это был тяжелый день. Да, уж только вряд ли их больше можно назвать днями. Я не знаю, в чем дело, но о пропавших вещах стоит поговорить с Лили. С тех пор, как ее отец умер, она сходит с ума. А теперь у нее еще и паранойя. Плохое сочетание. Блин, батя сдох. Тем более, убийца когда находится с тобой, и ты живешь с ним. Не очень. Так, Бен, да, побазарим с тобой. Бен Африк. Hey, Ben. Привет, Бен. What's up, Lee? Как дела, Ли? Видел что-нибудь странное в карауле? Что думаешь, когда-нибудь думаешь, что думаешь, Ли? А? Have you seen anything weird on watch? Hmm? Is there anybody out there up to anything? Nope. Нет, все really спокойно. Really? Точно. Yeah, totally. Да, точно, что Which очень хорошо. Да, мне незачем было. Да, мне незачем было. Мне родители давали машину на выходные. Но что делать с Мэйконе? Просто трата времени. По сравнению с Атлантой. Обосрал. Я вырос, Мэйк. Оу, я не хотел сказать, что он дурацкий или что-то такое. Он отличный. Ну, то есть, и сейчас. Но уверен, что был хорошим. И сейчас тоже. Что ты думаешь о Лиле? She scares the crap out of me. Она меня чертик пугает. Это нормально. Так думаю о ней. Просто я беспокоюсь, что она скоро сломается. Talk to you later, Ben. Потом поговорим, Бен. О, давай Даг с тобой, чувак. Мой любимый. Hey, Doug. Привет, Даг. Hiya. Здорово. Нам чем... Над чем работаешь? Ты что-то себе... Над чем работаешь? Стараюсь сделать со стеной, но чтобы я не пытался сделать, все требуются старики и инструменты, которых просто нет. Приходится ломать мебель, чтобы залатать стену, если так. Но будем быстро разнесем половину отеля. Стена важна для нас. Ну да, на посту я сидеть не могу, потому что не умею общаться с оружием. Хотел бы я быть более полезным. Что чувствуешь? Безопасность я всегда считал довольно постоянной вещью. Я имею в виду мотель в сравнении с другим местом. Мне кажется, если бы мы могли уговорить тех, кто не... И, кстати, они вроде как перестали нападать. Может, забыли о нас? Что думаешь, Лили? Так. Не знаю, мне грустно. Никто не заслуживает того, чтобы так потерять родителя. Ты же не думаешь, что она могла поехать крышей? Я считаю, что это отразилось на ее психике, определенно. Потом поговорим, так. А не думаешь, что она думает, что она психика? Похоже, я не смог завести его. Поверь, когда увижу. Так, что-то так, ладно, я обещал Клементине поговорить. Клементина, иди сюда. Ты это, подождите в этом. Клементина, давай с тобой говорим. Давай-ка, расскажем. Hey, привет, Клементина. Hey, Lee. Привет, Ли. Что делаешь? Что ты рисуешь, Клем? Это называется штриховка. Моя учительница мисс Мур показывала нам, как это делать, когда мы были в ботаническом саду. Видишь, одинаковые? Ну, почти. Да, очень красиво. Я и тебе сделаю. Тебе здесь нравится? Нет, мне здесь не нравится. Хочешь уехать? Куда мы поедем? Куда-нибудь. Не знаю, может, если бы я знала, куда. Да, об этом стоит подумать. Что думаешь о Даге? Он крутой. Крутой? Он все знает. Тебе не кажется, что он хмурый? Как грустный? Ага. Как и все. Ты как? Я в порядке. Поговорим позже, Клэм. Что за хорошо? Какой-то странный разговор, однако. Знаю, что, но мне кажется, довольно странно. Так. Кенни, здорово, чувак. Hey, you two. Эй, вы двое, привет, как вы? We're okay. Все нормально. Просто немного поспорили. Мы все теперь носим оружие, и мне это не нравится. Теперь все так, что так должно быть. Я знаю, просто я к этому никак не привык. Извини, что ты хотел, Ли. Вам нужно подружиться. И ребята, во всем нравится. You guys, trust everyone here?
Более-менее. У меня явно проблемы с Лили, но это не значит, что я ей не доверяю. Да, мы не можем стать друг другу чужими еще больше, чем сейчас. Он же подружится с Лили. Не знаю, как наладить. Тут такое творится. И что теперь? Придется время и нам делать что-то, что нужно, чтобы защитить свою семью. Еще пистолет. Точнее, не начинай. Я так хочу сказать, что Кэт, это хорошо, что ты чувствуешь себя с ним неспокойно. Спасибо, Ли. Но то, что нам нужны, в этом нет сомнений. Я поговорю с вами позже. Да, чем был. Привет, ребят. Привет, Ли. Это все. И чё? Я с ней поговорил. Или еще можно со всеми. Со всеми, однако. И что-то может постоять. Хоп-хоп-хоп. Смотреть на фургон. К чему-то тут написано. Хорошо, да, постоять. Поверь, когда увидишь. Ага. И что нам делать? Ага, что-то... А, боже. Номер Лили. It's Lily's room. Ну, давайте-ка заглянем, что там. Опа. Раком что-то стоит, а он почти. I'm sorry. Извини. Не нужен извиняться. Пришел, чтобы получать или посылать по специальному раме? Хочешь разносить? Снова с ним разрешать. Тебе надо успокоиться. Я знаю. Я стараюсь. Я просто сумасшедший. Люди так только тоже думают, могу сделать что-то для тебя? Да, мне нужна твоя помощь. У нас предатель. Кто-то один из нас, они или она, как у нас припасы. Я думаю, что это Бэн. Знаешь, ты давно не спал, а порой давно не поможет. Правда? Кто? Что у тебя есть против Фора? Да, правда, против Фора у меня никогда нет. Я просто знаю. Пасы пропадают, и не простые, а самые нужные антибиотики. Опиум. Я видел список припасов, все там нормально. Я видел свой собственный, в чем. Что-то, да, сейчас я не в лучшей форме, но я не тупая, я знаю, что будет. Если ты хочешь, чтобы я начал, хочу, чтобы ты поискал доказательства. И что мне начать? Я нашла его в мусорке. Мы вещи не убрасываем, мы их чиним. Фонарь бы выбросили, если бы воспользовались, это не стоило. Боже, ты сделал. Хорошо, все, топорище, все это. Ладно, я пишу что-нибудь. Спасибо. Ага. Тайна! А, ты что, подслушал? Господи, Дэк. Извините, я подслушал ваш разговор. Отшлёпать тебя. Там же вы что? А я могу помочь? Что? Вы величайший детектив, а я буду Диком Грейсоном, вашим напарником. Я Робин. Я знаю, кто это. Ты можешь помочь, не говори никому про это. Нет, если я вам скажу. Ладно, ладно, ты Робин. Окей, you're Robin. Yes. Да. Что делать? I don't know. Я не знаю. Осмотрись. Сообщи мне, если найдешь что-нибудь странное. Я в деле. Дак поможет. Дак поможет. Ну, ага. Так, что там? Ага, показывает. Фонарь сломан. Это ты сделал? Нет. Если ты не... Мы не будем ругаться. Я знаю, что ты не учишь. Возможно, ты пошел в туалет, сломал его, испугался и выкинул. Да просто, не ломал никакие фонари. Тогда ладно. Так, Дак. Эй, Дак. Эй, привет, Дак. Здорово. Здорово.
Я понял, я специально читаю еще. Знаешь что-нибудь об этом фонаре? Но я могу сказать, что стой, я знаю, что ты сможешь мне рассказать про этот фонарь все. Я видно, не знаю, что ты, кто его разбил, или нашла его в мусорке. О, нет, не знаю. Я поищу запчасти для него. Возможно, из него увидишь что-то полезное. Ох, ты умник. Так. Давай-ка тебе покажу. Вы знаете что-нибудь об этом разбитом фонаре? Блин, у нас их не так уж много. Да, с ним проблема, у него разбитое стекло и лампочка. Я видел разбитое стекло возле машины со льдом. Как раз собирался брать его, чтобы дети не поранились. Забыла. Ага. Хорошо. Хорошо, а может еще что-нибудь? Тебе фонарик показать. Привет, Клементина. Привет, Лили. Нет, ты случайно сломала фонарь? Нет, это Дак так сказал. Нет, это Дак сломал фонарь? Нет, не думаю, просто он всегда винит меня. Например, прежде что я положила жуков на его подушку. Ты это сделала? Да. Чё такое жестокое, Клементина? Ну ладно. Жуки, знаете, это страшная вещь. Почему-то дома мы не можем пройти. Жуки. Так, расследование, давайте. Ага. А на этом мы можем закончить нашу серию. И продолжить, уже будет расследование называться, понимаете? Там мы будем настоящими детективами. В общем, всем пока. С вами был Грук.